Всем привет, ребята, вы на канале Луну, и сегодня моя сестра Варя. Всем привет! Она проткнула себе губу. Можно сказать, персик. Если не самое худшее, что мне тоже. Я сейчас отключусь так. Вот так. И я вам буду показывать на бедную Луну, которая сегодня будет делаться пирсинг. И сейчас мы пока остановим камеру, и можно я перемещусь. Перемещусь, чтобы вам показать все, что мы будем ей делать. Не останавливай. Ну, где я остановлю, я хочу переключить, мне надо наоборот сделать. Ну, хорошо. На тебе. Да, сейчас Илона сюда сядет, а садись. Где мой пирсинг? Вот, я сейчас тебе уже притащила пирсинг. Она уже выбрала насадку. Какую насадку выбирай? Оранжевую, ок. Но надо белую. Все, я возьму белику. Ребята, ты меня покажи. Вот, она у нас бедный сидит, чужий земец. Она всегда его даст пирсинг. Да! Он навсегда у нее. Короче, сейчас я вам покажу все. Давай быстрее уже, пиздец у меня. Илона, Илона, сейчас, аккуратненько смотри. Сначала берем вот эту хрень, и надо цвет ее взять. Сейчас голубенький сейчас возьмем, голубенький цвет. И сейчас мы туда в краску обмакнем. Мне надо в краску обмакнуть, ага. Да нет, это не сюда, прикол. Покажи меня. Вот такая я вот вижу. Или это снять надо? А вот она, и вот ей уже я проткнула, как бы. Она отсоединяет, и ей очень не понравится, наверное. Ну, мне а нравится, как бы, сейчас я остановлю, гляжу, я, вот у меня пирсинг. Я сейчас себе тоже сделаю последний, сейчас, подожди. Ну, давай быстрее. Сейчас я его, мне надо приковать кучу таких хрени. Потому что я хочу много себе пирсинга. Ребята, поставьте лайк, потому что, если честно, это вообще-то больно, если вы не знали. Это как вам сцеплен на палец. Хоп, и так иди с ним. И вот так вот я себе сделала пирсинг, этого не говорите. Это я делала. Все, на этом видео заканчивается. Ну все, я думаю, что это видео подходит к концу, да? Да. И всем пока. На следующей неделе будет новое видео про как мы будем делать нам украшения. Лучше этого бы не было. А то еще один пирсинг куплю. Ну ладно, всем пока. Пока.